много возникает вопросов, будет ли показан роковой фильм об Алле Пугачевой, и что я думаю, каков этот фильм будет. Опять-таки, вот нечего мне делать, как только придумывать за пропагандистов какие-то их новые, более гнусные ходы. Но опять-таки, будем откровенны. Я не смотрел телевизор в России, и уж, понятное дело, не смотрю его за ее пределами, потому что, ну, просто некогда. Но, тем не менее, иногда, правда, какие-то сериальчики, там, типа «Конструируя Анну», почему нет, потому что мне интересен американский взгляд на Россию, нетфликсовский. Но если говорить серьезно, то этот фильм об Алле Пугачевой я, конечно, смотреть не буду. Почему он будет сделан? А вот потому же, кстати говоря, почему нынешняя Россия вообще антисоветский проект? Об этом я не устаю говорить, потому что это не реконструкция советского. Это реконструкция досоветского, еще более глубокой архаики, конечно. И по сравнению с нынешней Россией, 70-е годы были пространством необычайной и исключительной сложности. 70-е годы сформировали, в том числе и Аллу Пугачеву, вот смотрите, какая занятная вещь. Именно от Пугачева я помню, что я услышал в интервью, что Илья Семенов был одним из самых интересных людей эпохи, они же были знакомы. И она интервью ему дала замечательное. Вот я сейчас смотрю на ситуацию. Сегодня попса – это, условно говоря, Донцовый, даже уже сейчас и хуже Донцовый. Боевая фэнтези, попаданцы. А попса 70-х – это Пикуля Семенов. Это люди, которые, я сейчас не рассматриваю совершенно убеждения Пикуля, это люди, которые в любом случае владели, а, огромными библиотеками, б, держали в голове очень много информации, и в, безупречно владели даром увлекательного рассказа. Вот что хотите делать. Вы можете ненавидеть роман Пикуля «Нечистая сила», который под названием «У последней черты» был бог знает какой сенсацией конца 70-х, по-моему, 79-го года. «Нечистую силу» тогда напечатали в 4 номерах нашего «Современника» и вдвое ополовинили фактически. Это Пикуль считал своим лучшим романом. Вот я понимаю, что это роман антисемитский, как все конспирологические романы. Но даже будучи совершенно антисемитским и вызвав в этом качестве несколько абсолютно разгромных партийных рецензий, это роман увлекательный. Вы так просто от него не оторветесь. Это в любом случае качественная билетристика. Но, послушайте, антисемитская билетристика может быть качественной, она может быть отвратительна по сути и пафосу, но, скажем, роман Крестовского «Кровавый пуф» – это очень плохой роман. Но этот роман увлекательный, никуда не денешься. Более того, я думаю, это первый полноценно конспирологический роман в русской литературе. «Масоны Писемского» не в счет, они все-таки про другое. Из романов о всемирном заговоре студентов, поляков и евреев Крестовский написал, безусловно, самую остроумную книгу и самую, так сказать, смешную. Да? Читается безотрывно. Это я к тому, что маскульт 70-х годов по сравнению с сегодняшним – это академия, понимаете, это высокое искусство. Алла Пугачева – это не только массовая культура. Алла Пугачева – это довольно серьезный музыкант. Не зря Шнитке доверил ей арию Мефистофеля и роль Мефистофеля в свое время в своем «Фаусте» в «Оратории». Не зря она пела в фильме Рязанова. Не зря, она имеет в виду «Иронию судьбы», не зря альбом «Зеркало души» был абсолютно революционен для своего времени. В общем, это довольно крупный и интересный талант. И Булат Акуджава не зря говорил, конечно, мне нравится Алла Пугачева. Конечно, почему? Потому что Алла Пугачева – это явление бунтарское. Она не стесняется быть собой. И она действительно была единственная, кто не боялась. Я ей в интервью задал вопрос, как по-вашему, почему именно вы оказались самой знаменитой? Она сказала, потому что по мне нам было видно, что мне это не очень-то и надо. Да, она действительно была такой безбашней, и все они это говорили, это знали.
И, конечно, по масштабу дарования личности Брежнев – это второстепенный политический деятель эпохи Аллы Пугачёвой. Что уж говорить о Путине. Брежнев был хотя бы добрый. Понимаете? Так вот, для них, для всех уцелевшие рудименты 70-х – это живой укор. Я должен вам сказать, что от 70-х вообще осталось очень немного. А все гении тех времен, вот странное дело, они же надорвались. И в начале 90-х их не стало. Практически одновременно не стало Аркадия Стругацкого, Юлиана Семенова, Пикуля. Одновременно, я не ставлю их по качеству один ряд, я ставлю их по значимости в один ряд. Одновременно умерли Авербах и Тарковский, и главным режиссером оказался Никита Михалков. Понимаете? Вот, то есть одновременно ушло или на Григорий Горин после 90-х, да, одновременно надорвалось, ушло очень много людей, которые делали для нас жизнь 70-х переносимой. Первым в этом ряду был Высоцкий. Я помню, как мне рассказывал Филатов, говорит, я так плакал, ведь мы с Высоцким не были особенно близки. Ну да, я играл Лаэрт, он играл, допустим, Гамлета, и мы, да, мы в соседних гримерках бывали, да, мы слушали первыми его песни, но тем не менее мы не были по-настоящему близки. А вместе с тем мы, вот когда мы его потеряли, когда я ухоронил Таганка, я плакал так, что Даль подошел утешить меня, хотя мы тоже с Далем не были особенно близкими друзьями. И глядя на желтое обтянутое лицо Даля, на его тонюсенькие ручки и ножки, я понял, что он следующий. Вот начиная с Высоцкого пошла вот эта череда ранних и совершенно необъяснимых смертей. Надрывались люди, которые на себе тянули застой, которые придавали ему какой-то смысл. Из рудиментов 70-х, по большому счету, сегодня, ну, из людей, воспитанных в 70-е, сегодня в кино работает Тодоровский, дай бог ему здоровья. И именно об эстетике 70-х он снял «Гипноз», по-моему, потрясающий. Во всяком случае, такие снегопады были в 70-е, а не сейчас. Из эстетики 70-х, безусловно, Пелевин, безусловно, Сорокин, ну и, наверное, БГ с Макаром. Вот, собственно, все. И Алла Пугачева. Люди, сформированные брежневским застоем, были люди с кое-какими нравственными принципами все-таки. Я уж не говорю о том, что это были действительно представители советской интеллигенции. О том, что эту интеллигенцию начнут подвергать форменному геноциду в 90-е, догадывались все. Вот Алла Пугачёва – привет из тех времен. Она обладала довольно, ну, долгое время обладала, во всяком случае, высокой адаптивностью. Она вписывалась во все времена. Но Владимир Путин создал потолки столь низкие, что Пугачёвой стало здесь уже ходить не в мочь. И, кстати, говорят, что сатира Галкина сразу приобрела новые очень мощные обертона. Я не сомневаюсь, что в конце концов на Первом канале покажут этот фильм. Но я не сомневаюсь и в том, что для Константина Эрнста это мучительно, потому что он тоже формировался в 70-е годы. Отсюда его любовь к книгам издательства «Ардис», к томиздату. Он, безусловно, хорошо застал, хорошо помнил эту эпоху. Кстати говоря, люди этой эпохи, они тоже вымирали. Понимаете, просто вымирали как класс. Умер Денис Новиков, лучший из поэтов нашего поколения. Но, во всяком случае, я не люблю расставлять здесь места, но самый интересный из поэтов нашего поколения. Умер Еременко, а до этого еще задолго перестал писать. А дай бог здоровья и силы Игорю Иртеневу, который умудряется сохранить семидесятнические интонации и семидесятнические критерии, но я понимаю, как ему трудно. И для меня, конечно, он сегодня среди поэтов своего направления, такого сардонического черного юмора и гротеска, он, конечно, номер один. Там просто я и не планирую это никак даже корректировать. Естественно, что Алла Пугачёва в мир позднего путинизма не вписывается, а в него вообще ничего не вписывается.